Подошла очередь Ксюши. Сейчас она померяет на свою фигуру. Она у нас высокая дама. А, можно и так, и так. Да. Затягивается. Тоже такая интересная модель. Кожа какая? Это тоже овчинка. Овчинка. Угу. Вот такая. Ну, а здесь это вообще такая скрытая, она прям воздушная. Да, мягенькая. Посмотрите, кармашки. Эксклюзивная на моделька. Угу. Кто хочет, любит эксклюзив, пожалуйста, обращайтесь. Следующую давайте. Давайте. Чтобы не затягивать, да, долго мы. Раз, два и готово. Сейчас мы примерим модель, которую нас уже заказали. И она в ближайшее время поедет в Украину. Тоже такая оригинальная, интересная. И она тоже двухсторонняя. Посмотрите, воротничок можно поднимать и в виде стоечки носить. Или опускать, и как косуха получается. И затяжечки покажи. Внизу затяжечки. Стретчевый рукавчик. Рукавчик тянется. Стретчевая кожа. Кожа. Она двухсторонняя. Ксюшечка, потом повернись, да, пожалуйста. Угу. Не всегда муж, я когда что меряю, хожу на полу пальцах. Я просто... Угу. Иду, она с другой стороны. Покажи с другой стороны, пожалуйста, нам. Ага. Огромный выбор. Надевать мы не будем. Выбор, да, очень огромный. Да, я покажу цвета. Угу. То есть всевозможные длина, модели с мехом, вес, блестящие, угу, длинные, короткие. Отлично. Теплые, зимние они, да, идут все? Да. На теплую, да, на холодную зиму. Это все зиму. Ага. Что моделей очень много. Угу. Есть альпака. Повернуть. Альпака? Да. Угу. Очень красиво. Жилетки, жилетки также, да? Угу. Отлично. Вот это я мерила. Магазин огромный. Выбор тоже. Это курточка. Это другая уже? Да, это другая модель. А, рукава отстегиваются. Да, рукава отстегиваются, и она делается жилеточкой. Покажем. Такая. Брюки, давайте, превращаются, а, в элегантные шорты. Это молодежный вариант. Опа! Минус рука. И вот такая вот. Интересно, так на платьишко какой-нибудь одеть. Да. Ну, это вот молодежь так любит ходить. Вообще молодежь. Давай что-нибудь еще. Вот такое вот пальто. Мы уже все показали здесь, а, просто не показали, мерили, да. Пойдем, перейдем в мужской отдел. Я предлагаю сделать мужской отдел отдельное видео. Да, давай. Очень много моделей. А это женская? Это мужская. Так далеко сразу пошли. У нас тоже очень много моделей. Порадовать мужчин.